Audi RS7 Sportback. Появление этого автомобиля ждали поистине с нетерпением. Ведь до автосалона во Франкфурте не было даже ни единой фотографии в сети. А теперь можно не просто его щелкнуть или сделать с ним селфи, но даже сесть внутрь этого заряженного лифтбека. Спорткар в гражданском обличии стал мощнее предшественника – 600 лошадиных сил и 800 ньютон-метров крутящего момента, 60% которого идет на задние, а 40% – на передние колеса. Полноприводное купе разгоняется до сотни за 3,6 секунды, имеет механический межосевой и активный задний дифференциалы, углерод-керамические тормоза. Во многом технические характеристики схожи с другой, представленной здесь же новинкой – универсалом Audi RS6. Для нас и для поклонников заряженных Audi машин. Это большой такой праздник, потому что мы долго ждали, и машины здесь получили большой восторг от публики. Вместе с RS-ками в 2020 году свет увидят новые Audi Q7, Q3 Sportback, A4 и некоторые другие модели немецкой премиальной марки. Не обошлось и без откровенных фантазий, которые воплотились в прототипе AI Trail. Конечно же, в таком обличии мы вряд ли заметим его на улицах, но в немецком концерне уверены, что именно так могут выглядеть их внедорожники будущего.